Не всякий мат ругательства считают некоторые депутаты. Например, Тимур Елюсизов на внеочередной сессии Маслихата попытался зачитать доклад о болезнях среди животных. Продвигаясь через заковыристые дебри канцелярита и научных терминов, депутат все-таки пал лингвистической жертвой на слове «противоэпизоотический». Алматы в целом является определенным органичной территории, территориальной зоной, характеризующей эпидемиологическую ситуацию по разным болезням животных, которые проводят Ну ладно, с кем не бывает. Может, после этого чиновники начнут писать доклады на человеческом языке. Правда, сам Елюсизов после шумихи признавать себя бестактным отказался. По мнению депутата, мы все его не так поняли. Поддержите нас. Ссылки в описании канала.